Так, всем привет! Значит, на этом ролике мы рассмотрим установку счетчика патронов на станки 900 серии. Рассматривать будем на примере станка 2000 Platinum. Вот он, вот здесь вот модель у нас на табличке, ее видно. Вот, значит, для чего нужен счетчик, да? Ну, по сути, можно сказать, что без него можно обойтись. То есть готовые патроны и так можно взять руками, да, посчитать, и будет понятно, сколько вы сделали и так далее. Вот. Ну, кому-то именно в процессе производства хочется понимания, сколько готовых патронов у него уже сделано. Для этого производитель, получается, изготавливает вот такой счетчик. Вот смотрите. Вот так вот это у нас выглядит. Так, ну здесь у него паспорт идет с описанием, в принципе, особо здесь ничего интересного, как обычно, писанина. Вот, давайте посмотрим на сам счетчик. Значит, вот, вот такая деталь. Обычный экран, счетчик аналоговый. То есть, но у нас не электронный, соответственно, тут ломаться-то и нечему. Получается, винт для того, чтобы обнулять показания. Пластина для крепления непосредственно самого счетчика. Вот она может сниматься, потому что на разные станки она ставится по-разному. То есть, снимается она вот этими двумя шестигранниками. Они выворачиваются, и вот эта вот крепежная пластина снимается. Вот также счетчик может крепиться снизу, потому что есть модели станков, где счетчик крепится вот здесь вот примерно, в нижней части. Вот. Здесь же на 900 серии вот, станки, получается, счетчики, точнее на станки, устанавливаются элементарно. То есть установка очень простая, то есть никаких сложностей. Откручиваем два винта с передней части, которые прикручивает у нас верхнее плато с бункерами. Счетчик у нас, получается, пластиной прикладывается вот сюда, причем в пластине есть такая вот фрезеровка, вырез такой, соответственно, вот. И берем, прикручиваем. Вот таким вот образом. Вот, и, собственно, вот она вся ее установка. Вот, соответственно, есть еще такой один, наверное, момент немаловажный. Вот вы поставили счетчик, станок вы настроили, все откалибровали, начинаете делать. И получается, что если вы будете сейчас следить за экраном счетчика, то смотрите, получается, вот. Вот если сейчас посмотрите сюда, то единичка, она уже вот здесь вот перескочила. Хотя на самом деле, вот сейчас сюда на первую станцию мы поставим гильзу. И этой гильзе необходимо будет пройти все станции. То есть получается, вот у нее первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И только лишь вот здесь, на восьмой станции, готовый патрон при вот этом движении, когда мы рычаг на себя потянули, он выгрузится. И к этому времени барабан, он провернется несколько раз. То есть вот получается 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот 8. То есть вот именно сейчас первый патрон готовый, он у нас выгрузится. Но если мы посмотрим сюда на счетчик, то здесь уже у нас цифра 8. Вот. Хотя по факту у нас будет только первый патрон. Вот она, восьмерочка. Поэтому нам что необходимо сделать? То есть получается, когда мы поставили первую гильзу на первую станцию, и когда она дошла до станции именно выгрузки, и перед выгрузкой, вот именно вот этот момент, когда она будет у нас на предпоследней станции, вот здесь, счетчик у нас будет в этот момент показывать цифру 7.
Нам надо его будет просто обнулить. То есть для этого мы берем и обнуляем счетчик в ноль. Вот так. Но патрон уже практически готовый будет у нас вот здесь. На, получается, предпоследней станции. Вот. И здесь у нас будет 0. И тогда вот в этот момент, соответственно, мы делаем вот такое движение. Раз. Произошла выгрузка патрона, именно готового. На счетчике у нас появилась единица. Вот она. И, соответственно, следующую гильзу, когда мы поставим, у нас уже весь конвейер заполнен. На каждой станции станка у нас идет уже своя операция. У нас уже идет поточный, как говорится, процесс производства. И каждое следующее движение, оно будет заканчиваться тем, что будет выгружаться готовый патрон. И на счетчике, на экране, будет, соответственно, происходить подсчет, индикация будет меняться. То есть так, у нас будет соответствовать количество патронов выгруженных количеству патронов на счетчике. Ну, то есть вот такой маленький момент, потому что если начать, соответственно, сразу, то когда у вас первый патрон выгрузится, то есть там цифра будет уже 8, и вы когда захотите, например, сделать сотню патронов, то есть у вас будет 100 на счетчике, вы подумаете 100, а на самом деле у вас не 100 будет там, а 92. То есть вот есть такой момент. Вот. Ну а так, собственно, все. Счетчик оригинальный от производителя. Если посмотреть, вот каталог оригинальный, он, по-моему, даже где-то у нас идет как дополнительная позиция. Да, вот есть такая вещь, вот он, Shell Counter. И Shell Counter, то уж как правильно, я уж не знаю, то есть вот он, порядка 30 долларов, там 29,95. Ну и, соответственно, идет абсолютно, да, на всю линейку станков, то есть вот у нас получается вся линейка Platinum 2000, тысячный, Pansnes 950, 900 и 800 серия. То есть он универсальный, за счет того, что, как я уже сказал, планка откручивается, может меняться местами, можно за верх крепить, можно за низ, можно по-другому, как уже будет удобно. Этим самым достигается универсальность счетчика и возможность его установки на всю линейку станков. Вот. Ну, собственно, вот такое видео получилось небольшое по счетчику. На этом у меня все. Как обычно, всем спасибо. До новых встреч. Всем пока.